Что за странный мальчишка? Почему? Забавный. А ты хореографичен? Что? Ты способный к танцу. Считаешь? Да. Надя. Ничего. Тебе не пора одеваться? Кто это? Красовская, известная балерина. И когда Надя поступала в училище, она как раз кончала его и подарила ей свои балетные туфли. Зачем? У нас такая традиция. Надя, познакомь. И меня. И меня. Пожалуйста. Мой друг Коля. Как вы хорошо танцуете. Надя, а я сегодня по литературе двойку получил. И сейчас ты об этом думаешь? Нет. А о чем? А ты о чем? Скажи сначала ты. Я первая спросила. Я не могу. А я скажу. Думаешь, испугаюсь? Я думаю про тебя. А что? Я думаю про тебя. Тоже, что ты про меня? Выкрутилась. А как ты про меня думаешь? Обыкновенно. Что ты пристал? Все, больше ничего не скажу. Нет, меня интересует... Все. Ну, скажи только одно. Положительно или отрицательно? Положительно. А ты? Еще как положительно. Вот мой дом. Ничего, домик. Двор с бассейном. А там что? Детский сад. Ой. Что? Мой папа в окно смотрит. Да не туда, третий этаж. Не смотри на него. Курит. Я говорю, не смотри. Исчез. Тактичный человек. Так, теперь и мама выглянула. Оба смотрят. Иди сюда. Ну, до свидания. Подожди. Все? Нет, еще не все. Значит, тебе со мной не скучно? Ну что ты? Все? Нет, не все. А сейчас ты о чем думаешь? О том же, о чем и ты. А я не получу портфелем по голове. А мой портфель у тебя. Мальчику, что уже поздно, и тебе пора.